Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на благотворительном рок-фестивале в ясном и солнечном городе Бердянске. К счастью, дождь уже прошел, и пусть кому-то из вас не удалось сегодня попасть на море, наш город тем и хорош, тем и славен, что у нас всегда есть чем себя занять. И вот сегодня мы собрались здесь не просто так, не просто послушать наши талантливые бердянские рок-коллективы, а у нас благотворительный рок-фестиваль. Сегодня мы проводим сбор средств для лечения и для оплаты курсов химиотерапии нашего земляка, нашего бердянца Даниила Коржа. Вот уже 10 месяцев он находится в различных больницах в Запорожье, в Киеве. Его диагноз — саркома Юинга 4-й стадии с метастазами. И Даня очень борется за свою жизнь, все близкие друзья его поддерживают. И мы просим помощи также у вас, у неравнодушных бердянцев и гостей нашего города. На площади находятся боксы для сбора средств. И мы призываем к вашей доброте и милосердию под звуки замечательного рока. Пожалуйста, помогите нам спасти жизнь Данилу. Он уже перенес 10 химиотерапий, но врачи все еще отказываются делать ему операцию по удалению опухоли. И впереди еще 6 блоков. 17 числа он едет на КТ, чтобы понять, возможна ли операция. И все это, как вы понимаете, стоит очень-очень больших денег. Возле боксов находятся друзья Данила, и сегодня здесь в 10 часов, в 22:00 на этой сцене мы проведем розыгрыш билетов в самые лучшие развлекательные места нашего города между теми, кто получит номерки возле боксов. Пусть вы скажете, что доброта не покупается, но на самом деле мы рады любой помощи,